Турин – это город славных традиций рабочей и антифашистской борьбы. В марте 1943 года, еще до свержения в Италии диктатуры Муссолини, на туринских заводах были проведены мощные забастовки протеста против фашизма, против войны. Это произошло под непосредственным влиянием разгрома гитлеровских войск на берегах Волги. Не случайно поэтому после войны Турин побратался с Волгоградом. В знак дружбы и сотрудничества между двумя городами муниципалитет Турина принял решение назвать площадь в одном из рабочих районов площадью Волгограда. На церемонию прибыла советская делегация во главе с заместителем председателя Совета министров Российской Федерации Кочемасовым. Мэр Турина Новелли, открывая митинг, отметил исторический вклад Советского Союза в избавление человечества от фашистского варварства. «Присваивая этой площади славное имя Волгограда, — сказал он, — мы обязуемся укреплять дружеские отношения между народами наших стран, вносить конкретный вклад в сохранение мира». Открытие площади Волгограда в Турине состоялось в канун 62-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.